трогали, но ждут нас давно. Далекими птицами, и с далекими птицами. Вот под пикник рыбу жарю. А что делать в пол первого ночи? Купила путасу, товарищ. Первый раз за полгода. Вкусная. 99 рублей килограмм. Может быть, что и я, не я. Вот и ходим, как пьяные, по дорогам пустым. Но не странно ли вдруг увидеть сияние, вдруг увидеть сияние неземной чистоты, сияние. 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 С Богом мимо улиц убогих, мимо улиц убогих. Ты ни о чем. Ключи стройный, скиталец бездомный, как скиталец бездомный вдруг поставит плечо. А то я все лепешки жарю, я подумала, пожарю-ка я рыбу. А, жарится. Ну, как раз надо караулить, чтобы она не сгорела. Жарилась, но не сгорела. Может быть, что и я, не я. Вот и ходим, как пьяные, по дорогам пустым. Странно, не странно ли вдруг увидеть сияние, вдруг увидеть сияние неземной чистоты. Сияние. 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 Где печали неведомы, может, ждут нас давно. Солнце искрится, и далекими птицами, и с далекими птицами будем петь заодно. Классная песня. Я ее еще на гитаре сыграла. Сияние. Сияние. В общем, что делать пол первого ночи? Передавать соседям привет большой. Да. Ну, слушайте, вот оно у меня уже. Вода выкипела. Пора выключать. Да. В общем, вкусная рыбка. Приятного всем ночного аппетита. А кто не ест после 6, тому тоже огромный привет. Ну, большой привет от маленькой дружной такой компании. От стрёмной такой компании. Огромный такой привет. А в его компании я и рыба. Я и рыба. Отличная компания.